Ну что ж, друзья, как вы знаете, у меня был такой канал Крамола. Он не совсем лестно отзывался о, значит, каких-то политических вопросах, да. Как вы знаете, есть у Пригожина специальная студия троллей, которая уничтожает каналы, закидывая страйки. В Ютубе это возможно, потому что в Ютубе, значит, робот определяет вообще, есть ли нарушение или нет. Так вот, смотрите. Контент удален из-за нарушения принципов сообщества. Ролик лицензион на последней версии Microsoft Office бесплатно. Так это Microsoft Office онлайн, друзья, лицензионный, официальный от Microsoft Office онлайн бесплатно. Понимаете? Тролли накидали. Значит, вот эти вот, мне один уже несколько каналов удалили, вот теперь обзор полезных бесплатных программ, взялись за него. Мне до этого сотни тысяч сообщений, мы покупаем ваш канал, хотим купить. Просто, я не знаю, каждый день по 5 сообщений мы хотим купить ваш канал, по 10 сообщений каждый день. Вот, и тут, ну, не получилось, и поэтому команда троллей принялась закидывать страйками. Потому что это просто полностью трэш. Я, конечно же, написал ответ, вот, апелляцию. Я написал, что это лицензионное, все нормально и так далее, и тому подобное. Вот, так что, надеюсь, что это действительно робот, да, сделал такое. Вот, и YouTube все-таки вернет этот ролик, и все будет хорошо, друзья. А так, это просто... теперь взялись за обзор полезных бесплатных программ. Фабрика троллей. Ох, я не знаю. Это просто российский YouTube такой, понимаете? Только в российском YouTube возможно так, чтобы будет существовать какая-то фабрика троллей за деньги. Там, я не помню, пригожинских или кого. И будет заливать всех... все дизлайками, там, к жалобами и так далее. Вы представляете, на ролик, который даже вот на один ролик почему-то робот посчитал нормальным. Вот. Ссылка официальная. Еще раз. Официальная. Вот видите. А, так, стоп, почему он определяет? А, вот, вот, вот эта ссылка. Вот она. На официальный Microsoft Office. Бесплатно. Официальный сайт, можно, видите, продукт Microsoft, вот заходим на официальный сайт Microsoft, вот он,